Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале, на канале Джани Дрожжи, на канале Скива. Всем привет! Всем привет! И мы продолжаем играть Don't Starve Together, и я мочу Бифала. Не, не Бифала. Не Бифала, или Бифала мочит меня. Что ты с мочой Бифала там делаешь? Что ты с мочой Бифала? Уринотерапия. Что тут за Малахов начался? Малахов плюс, да, 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 Евгений. Давайте. И минус надо тоже. Надо полнолуние, короче, на горе. Да. Втирать мочу Бифала. В окружении девственниц. Да. Господи Иисусе. Господи Иисусе. Это какая-то часть органа, что ли, это окружение девственниц? Ауч. О, Господи. Я вообще бью его, нет? Нет. У тебя пинг 124. Охереть. Я, наверное, бью воздух. Эй, такой. Он срется. То ли от смеха, то ли от страха. Не, все-таки умер. Сделайте еще сундук. Сейчас сделаю. У меня что-то дров нету. У нас там дерево есть над базой на севере чуть-чуть. Уже нету. Как бы. Ну посадите, шишки не полите, посадите. Вы, если к Бифала пойдете, собирайте говно. Нам надо удобрять кучу всего надо. Нам надо фермы Давайте сделать. Скива накормим, он нам на это выйдет. Ну, Скив не свинья вроде. Скива не Антон зовут. Скив. А-а-а. Ты Антон? Я пытаюсь посадить дерево, у меня вот куст мне не выходит нифига. Ты Антон, да? Нет. Жаль. Ладно. Так. Жалко у пчелки. Пчелка на елке, да. Короче, я вообще понял вдруг, что я не ландшафтный дизайнер. Да. Нормально. Что-то мне подсказывает, что там что-то накуролесил. Говно собираем и радуемся жизни. Улыбаемся и машем. Пу-п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 у. Пу-пу. Что у нас кусты не собраны? В смысле? Ветки? Когда маленькие, кстати, не вы знаете, да, не собирайте. Кого? Маленькие ягодки на кустах. Что, они типа большими станут потом? Да, они сначала маленькие, потом большие. Маленькие не собирайте, так куст быстрее портится. Сухой может превратиться быстрее. Тут уже часть превратилась. Там отчасти и не было никогда нормальной. О, особенно вон те последние. О, мамонт! Что? Да я убил только что мамонта. Зачем нам мамонт? Ты его не добил. Да. Сейчас мы найдем. Ок. Он от меня убежал все-таки. Ура! У меня есть башка на башке, у меня есть цилиндр, я похож на себя. Нет. Ей! Ей! А где след? Ей! Ты мимо его прям так пробежал. Да иногда хрен увидишь, блин, эти следы, если честно. Эй, иди на меня. Иди на звук такой. Шальная девчонка. Потерялась. Как этот Галустян-то я. Гадя Петрович хреново. Потерялась я. Я потерялась. Низкий уровень топлива. Че тебе залить? 100 грамм. Найн. Да свинья, отойди, ты мешаешь. Так, о, да форма жизни минимальная, короче. Вот он, тихо, гоним его, тихо, тихо, тихо. Так, так, так. Тихо, тихо. Что вот, вы быстро его нашли. Давай, гони, гони его! Засранец, куда ты? Он хитрый. Ай-яй, стой, 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 да не беги за ним, он... Господи, да сделайте вы бумеранг, ну что вы там блин? Так какой ты бумеранг для слабаков, ты чё, хардкор копьями? Я так и понял. Да что такое? Тихо, тихо, тихо. Джек, тихо, не гони его, не гони его! Да. Гони его! Да, собака, не гони его, куда гони ты его. Бежишь? Он мамонт. Так надо одеть вот эту шапку. Так, у нас камней нету, рок. О, все, 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 норм. Бей его! А-а-а, на! Ой! Так. Да не убегай! Да! Да, то стой, то не убегай! Стой, не убегай! Так. О, я увернулся! Скажу, что специально. Нео. Ух ты, опять. О, все. Мясо. Ой. Мясо. Не лезет мясо. Я все заберу. А, робота грабят.
Так, камушки надо. Так, где мой рюкзак? А, вот. Магнитолу сперли, да? Да, робот магнитолу. Китайскую магнитолу? Заморскую, заграничную. Увы, увы, товарищ. Остались без магнитолы, кстати. Если поставить большой-большой зум на игру, то можно увидеть на роботе, вот на ноге на левой внизу, Made in Persia. Чайна! Чайна, какая Персия! Не более. Китайцы так шифруются. Перси, ну ок. Китайская Народная Республика. Киевси? PRC, а, там, Перси. Блин, по-английски как-то там, что-то я уж не помню. А ну вылез из холодильника, залез, ну, с ногами. В общем, там в Китае это целая акция, ну как акция, движение, не движение, ну, в общем, как в Китае. Предвзятое отношение, мол, в мире китайской продукции, и они такие несчастные, страдают от этого, и, короче, такой лейбл придумали, что не Made in China, а Made in PRC. Нам нужен камень, есть у кого камень, рок именно? Ребят, есть. Дай, пожалуйста, сколько 18. Не жалко. Есть, сейчас, жди, я тут удобряю. Ок. Сейчас, удобрю. Ок. О, все отлично, у нас теперь вообще красота. Среди бегущих первых. Правда, нет. Все кусты тут еще тоже. И... Давайте я вам дам бумеранг, вы все равно часто убиваете. Да я сейчас куплю, о, куплю. Скрафчу. Окей, и продаю недорого за этот. За камни. Продаю за камни, давай. А, давай. За колбасу он там. Не, ну это ты у нас кое-что делаешь. Поступательные движения головой. А по адюлей. Ну ты сам сказал. А где мой порох? Ой, порох, пепел. Порох. А где моя сосиска? Есть еще порох в пороховницах. Перец в перецевницах. Сосиски в сосевницах. Ну ладно. В сосовницах. Так, лечилочки. О, две лечилочки, нормуль. Единственный нюанс, я бумерангом, скорее всего, убью сам. Ты выпустил его, когда он ударился об цель, тогда после этого нажимай пробел постоянно. А я знаю, но это вряд ли мне помешает умереть. Ок. Ну попробуем. Я давно с ним не пробовал. Я вначале как-то давным-давно пробовал как-то обращаться, и как мне не задалось. Сколько? Мне и мама отбила, и бумеранг. Я ох, как-то погиб. Шикарно. Так, я заберу это, пожалуй. Что ты там заберешь? Так, бородами что, куда мы пойдем? Я далеко на север не был. Прямо вот на севере, как идет дорога. Может, все дружно на север? Сейчас едой запасемся и искать болото. На север, а мы пойдем на север. Ну, тогда я забрал еду себе. Так. Я тоже. Кстати, я что-нибудь приготовлю, что ли, хоть один как бич без еды. Ты на время поглядывай иногда в эфире. Бич, на время-то? Да. Да смотрю, конечно. Я готов. Бич. Еще 20 минут, кстати. Поход. Подождите, на север. Броню надо сделать, как минимум. Народ, winter is coming. Нам надо на стену, на север. Бегом! На стену. Там, Джон Сноу ждет нас. Джон Сноу? Это ты, Джон Сноу. Сейчас надо аккуратно, без спойлера, вдруг кто не смотрел. Ой. А, да он умрет, подумаешь. Куда мы идем? И сейчас такие какашки у меня полетели. Не, на самом деле я не знаю. Какахи, пли! Как кулички, да. Какашочки. Я, кстати, сериал досмотрел тоже, «Игру престолов», думаю, дай-ка книгу почитай, вдруг там дальше по сюжету чё. Ну ты знаешь, первая книга вот полностью по сериалу, а там дальше идет рассинхрон. Рассинхрон. Небольшой. До сих пор так и не решился, я понять не могу, стоит, не стоит. Мне кто-то сказал, что там почти одно и то же. Ну вот первый полностью, вот прям чуть ли не слово в слово, вот вообще. А дальше идет рассинхрон некий. Чуть-чуть не со стыковочки. Ну там по событиям вроде разница. Отстаньте от меня, чего вы мне пишете, япона бог? Подписчики? Да, подписчики. Подписчики. Ульфинин популярнее нас. Ему пишут подписчики. А мы вырубили все, что где можно написать. Да. Блин, я все пытаюсь. Так, по идее, вот это север. Ну, прямо вот. Я, допустим, выше прямо не был. А вы были? Отстань от меня. Отстань, фу. Понятно. Так. Ты сейчас с ягодой общался? Да. С ягодой, 100%. Это уже вообще это. Это уже этот. Как его там? Чувство севера прям развито. С ягодой разговаривать.
Так, сейчас я домика лишу товарища. О, да тут больше. Жди, я на свиньях бумеранг потренирую, наверное. Может, не надо? Вот на пауках бы лучше потренировал. А, ну вообще, свиньи, они такие свиньи, с ними сражаться хрен нормально паука удастся. О, уху, смог. Чемпион. Воу, а чё свинья согрелась? Она на пауков пошла. Давайте вы будете мясо собирать, потому что у меня место. Ой, о, нормально. Фак! Амбрелла. Я котик оставил. Есть паутина? Нету. Нету. Дайте паутинку. Да, всё. Блин, свинячу попу. Ну уж дубей давай, свинью. Ладно. Где она? Вот она. Вау, ты умри, животное. Так, кинь. Мы животные. Спасаем скива. Убиваем свинью, спасаем скива. Ау! 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 Кто? Где свинячий зад? Нету. Есть у кого? Нету. О, у меня зонтик есть. Фу, блин, паникёс. Шикарно. Скив. Не надо так. Что ты путаешь? Что ты еще что-то делаешь? Что такое? Не надо так. Это паника, она такая, она не спрашивает. О, господи. О. О, и давай, сигай. Ай, тебя туда. Я так и знал. Джеронимо! Чё, мне стикайте? Это было безрассудно. Да нет, мы далеко. Ну да. Мы очень далеко, это ж... Мы с Вульференом тут уже бегали практически здесь. Почти тут были. А, я тут не был. О, след! Валим? Ну ладно, я с вами. А где бумеранг? У тебя! Я бумеранг уронил. Ясно. Шикарно. А, блин. Что-то мы мамон, слушай, мы сейчас Крампуса так призовем, слушай. Да не, вряд ли. Нет, там надо прям... Там, да, там их... Это непосильная задача, мне кажется, Крампуса там... призвать. Там фармить его надо. Там 40 кроликов убил, вот тебе Крампус. И великий нерис мамонтов, короче, должен быть, чтобы... Великий нерис мамонтов? Ну как назвать там стадо огроменное, чтобы перебили мы, чтобы пришел Крампус? Я больше не... Блин, я теперь не вижу следов. Да, вот. Да! Жги его! Какого хрена? Не беги ко мне, иди! А почему? Эй! Волосню раз это! Что это было? Волосы загорелись! Волосню распустил, они и загорелись! А, где след? Вот он! Так, диссонанс! Чё там? А, мамонт, я думал этот! А, вот он! Кидайся, кидайся! Вульферин, стой! Чем кидаться-то? У меня нету! Я не могу драться. Бейте, я буду смотреть. Блин. Есть одна паутина у кого? О! Паутина, есть у кого одна? Я чуть молния не пришибла. Скиф, есть одна паутина? Да, есть. Дай. А, короче. Стойте, не гоняйтесь, ребят, стойте. Что, бумеранги? На. Охота на мамонта. Только отдай его Вульферину, а ты опять того. Сейчас все будет шикарно. И пробел. Ааа, он за мной гонится. Да остановись ты. Да не надо бумеранга. Да ё-моё, бей ты его, ну. Ты его лопатой. О! Как это сделал? Воскресите. Теперь у вас два призрака, ребят. Но как? Но как? Как бы недоумеваю. А есть у кого железы эти в МПД как-то? Ночь, ребят. Ой. Есть костер. Сколько там времени мы записываем? Ты будешь каждую вторую серию сдыхать или как? Да. Как ты вообще умер-то, ё-моё? Ты на ХП не смотрел, что ли? Долбанул.
Да у тебя там... Жека, есть это, как его? Нету, кто жопы нету. Я на лечилки потратил. У меня жопа мам этого, свиньи. Жопа свиньи только есть. Не, нифига у тебя нету. Вот теперь реально нифига нету, я все забрал. Эй. Короче, я понял, грабим сейчас Вульферина. Эй! А ты думал, сказку попал. И дома тебя мы восстановим. Что у тебя такого еще ценного есть? Ну, цилиндр. Другой рюкзак. Цилиндр забери себе этот скиф. Сейчас, у меня места уже нету. Что у тебя в рюкзаке сейчас? Смотрим. Еда, забираю. Так, хобот нужен, сожрём. Эй! Да погоди ты, ну, эй, Кейт. Сдох, молчи. Ну, там, ты... Видишь, рта нету, разговаривать не можешь. Да хорош выкидывать мясо из моего сундука. Да, он еще пакостит умеет? Да, да. Видишь, такой бесполезный. Я сейчас рассудок так понижу. У тебя есть скиф место в этом? Вообще место есть? Ну, есть немного. Ну, вот там, вот забери вот в сундуке, вот. О, бронька. То, что он выкинул. Да не броньку, лучше вот этот и тут еще что-то. В рюкзаке, блять, ну что ты делаешь? Твой рюкзак жжёшь. Ай, господи. Во имя сатаны. А, во имя тупизны. Да. Нахер, я с этим его не буду. Пусть летает. Эй. Так, понял, там сундуки. Куртку заберем, так и быть. Чтоб не совсем бичом воскрес. Ну пошли на базу. Идите на базу. Блин, а там железо есть, а чем я тебя воскрешать буду? Если в сундуке. На базе железо есть, да. Так. Так, насколько далеко мы? А можно тупо пауков убить где-то? Тут же были пауки. Ну, если ты сможешь убить их. Ну, а чё нет? Ну, да, есть убить. Пауки. Окей, идем. За мной еще обидели. У меня же есть бумеранг, я же смогу. А ты можешь мне помочь? Ну, если только обидели поможет. Ты чё, вообще бесполезный призрак? Почему? Я поджечь могу. Сожги их. Так, сейчас жди. Сейчас все будет. Ой, а чё я зонтиком бегаю? Я их шугать могу. Все, я вооружен бумерангом. Вон, вон железа! Господи. Так. Где кто? Где? А! Вот она! Где? Где ты питаешь? Так, тут где-то еще были. О, вижу. Мне показалось. Нахрена ты сюда привел? Мне показалось. Беги! Так, все, ухожу. Ухожу. Так, а куда вы пошли? А где бумеранг опять? Беги! Беги, глупец! Черт. Вульферин, есть реслока недалеко от нашей базы. Иди реснись. Все, мы сейчас воскресим уже. Черт, ну чего так долго убиваю? Сейчас бумеранг надо забрать. Сейчас скрафчу тебе эту фигню. Где она там? Нет, закиль. Бум. Черт. О да! Благодарствую вас. Так. Иди сюда, где вы, ты сдох, собери свои вещи. Бомжик местный. Очень смешно. Да. Это смешно. Тиц. Очень смешно. Блин, блин. Бумеранг. Все? Так, а жди шапку тебе на. Так ты идешь со своими вещами? Да сейчас приду. Шапку забери. Убирался. Пошли, страдалец-то наш. Это неправильная гопница. Ага. Дамаг наносит себе, а не другим. Я танкую. Антигопница такая. Жека, где хил? Да-да. Нам надо хилера в пати. Где хил, я не понял. Гопница-мученица, блин. Так, надо цилиндр. Песком. Ягодки. Ягодки. Вещи. О! Жека. Лопаты. Чего это три лопаты? Так, а чё, куда мы двигались? Мы? Не знаю. Ну идем куда-нибудь. Не? Это ну, примерно теоретически, север. Да, на север. Туда куда на выход. Север. Все в цилиндрах, все... и джентльмены, и дамы. Это джентльменская серия прям такая. Сосич пати. Почти. Нет, видишь, один. Почти. Ну там не дали, ну кто знает, я под юбку не смотрел. Там что-то горело.
Воу-воу-воу-воу, Жека ускорился. Здесь что там, азот? Ой. Ух ты, ёптичка. Ну давайте, бейте её. А? Зачем? Мясо. Какое мясо? У нас так этого мяса уже хоть жопой жуй. Ну жопой не надо, ртом неплохо было бы. А! Ох! Воу-воу. Яйца! Зачем тебе яйцо, сейчас выхватишь? Бежим! 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 Да-да-да, бежим! О, цветочек! Бежим! Бежим! Я травы хотел собрать. Беги просто внезапно. А, тупик, бежим! Цветок! Чёрт, она что-то не отстаёт. Давайте, о, она за Жека бежит. Шикарно. И пофиг. Я у неё яйцо забрал, принят наш. Кастрировал птицу. Хм. Давай бежать и смотреть. Шикарно. Ой. Я траву собираю тут. Вообще теоретически давайте ее убьем, потому что сейчас ночь наступит, я с ней далеко не убегу. Ну, давай. Ну такая. Жестко, куда ты сейчас стукнул-то? И Жека такой, давайте убьем, и стал сторон смотрит. Кочурил для кому-то. Логика. У меня просто, понимаешь, да? У меня просто да. Так, я так понял, ты профукал второй уже этот, да, бумеранг? Почему? Ты чё? Не, первый не профукал, я его там этот, спрятал. Надо кому лекалка? У меня одна валяя есть. Дай мне. Да, дай ему, наверное, лекалок. Леголас. Так, ну. Звучит как Леголас практически. Леголас. Дай ему глаз. Дай в глаз. Пару раз. Я шоколадный заяц, я ласковый мир заяц. Это откуда? Я не знаю, откуда связь, да. С Леголаза и шоколадного зайца вообще, вот, ну ладно. Капец, муси. Миленький орк. Мы с тобой пели вчера? А? Мы с тобой пели вчера? Ну, типа. На слово на Б. Что? Я вообще-то в первый раз узнал, Байкис. Что мы с тобой вчера. В первый раз узнал. Ах ты, Ира. Да-да-да. Я ему цветок показывал, да? Иннокентий, с Иннокентием здоровал. Это полуострый. Костер сделай, Иннокентий. Бактуновский. Кеша. Че я все время костры делаю, я ничего не понял. Потому что. Блин, у меня две веревки зачем-то. Потому что ты можешь. Нахрена мне отдали этот? У меня места нет. Да я жарить хотел. Все, отдал. На. На, пожарь. Такой, знаешь, фей, пожарьте мне хоба. Ты бросил в лицо так. Чвяк. Пам, похари. Ты хоба там надавал. Сколько мы там записываем? Нормально, еще 5 минут. 5 минут. 5 минут не так а вы уж не мало. Хоботом пах. Пару раз. Нахлестал по щекам хоботцом. Хобот пати. Мерзкие хоботцы, блин. Хоббицы. Хоббит. Хоббицы. Мерзкие хоббицы. А чё мы стоим у костра? Ну знаю. Я разжег костер, назовите меня костратом. Окей, ну это была шутка, отсылка к фильму с гоблинским переводом «Ледниковый период». Ну ладно, никто не помнит. Ну, увы. У меня мозг после кастратора отключило просто. Кастратора. Увы, ях. Что-то походит, пожрет. Поем борща, посплю. У меня, знаешь, у меня там в бороде, знаешь, штука хавчика вот это вот остается. Я повыбираю потом чипсы. Да мы могли бы с факелами бежать, чем мы там стояли вообще. А потом и в туалет. Пособирайте морковку. Морковка. Только не ешьте ее, а надо будет приготовить. Пособирайте. А он внизу еще. Проигнорили. Обидел, собери хоть. У меня вниз-то просто вообще ноль. У меня много. Так, ну что, может быть, будем заканчивать, не? Тяжело 5 минут. Постояли у костра такие, давай закончим, чё. Экшен не. Экшена нет. Давай уже на утро. Оу-оу-оу. А вот и экшен. А чё у меня зонтик не тратится? 100% как будто так остался. Может, у тебя их два? Нет. Баг игры. А где этот? Робот. Робот. Где робот? Мы где? Мы на дороге. Где ты, мертвый робот? Что вы там забыли? А где ты? Я не на дороге. Вот он.
У меня почему-то скиф не отмечается. А я тоже вас сейчас не видел. Странно. Как-то странно, эта фигня работает. Ладно, уходим с этого полуострова. Ой. Яйца! Кто еще хочет яйцо? У меня есть одно. Одно! Идем на рекорд! Для размножения мужику и одного хватит. Тихо, у меня два. Баба с двумя яйцами. И с бородой. Господи. Гроздью яиц просто. Лоток этот, десяток яиц, да, вот это? Так, а куда мы бежим? Мы же хотели... Ну, мы на болоте. Может, предлагаю папируса насобирать. Болото, отлично. Предлагаю папируса. Папирус пособирайте, чтоб не бегать потом. Там мне места реально нет. А ты где там вообще, помогите? Птицу там ведешь к нам? Ты яйцо спер? Я сказал, давай яйца кому не идут. Ох ты, ёптый! Ой-ой-ой! Кто меня ударил? Она. Как? Да шоп тебя, что ты на месте? Да шо я не бью? Глупая птица. Ну то его мясо принес. Ножками кверху. Так, эти ребята. У кого место есть, пособирайте папирус, чтоб не бежать. Сейчас собираю. Тут не полноценное болото тут. Мне 27 хп. Демо-версия болота. Демо-версия болота. Демо-версия. Сколько тут грибов, блин, я... Блин. У кого с хавкой плохо очень? У меня. На. Обод. На, где ты? На, ешь. И еще папир. Блин, собираешь. У меня лопаты нету. Ни о чем, машинное болото. Тут надо эти грибы пособирать, тут их очень много. Надо было убить этого болотного монстра. Ну, удачи. Забрать. Удачи. Я смотрю, как свин с этим справится. Я сам всегда не лезу к болотиному монстру, потому что нафиг надо. Так, ну, я не представляю, как его убить, даже никогда. Давайте заканчивать. Да, давайте закончим на этом нашу серийку. А где тут грибы были? А вот. Нету. Ну, огромное спасибо, что вы посмотрели наши видеоролики. Да, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на наши каналы, ссылки в описании, естественно, как всегда. Всем goodbye. Пока. Всем всего хорошего, пока-пока.